Дорогие друзья, этой трагедии точно никто не ожидал. Подпишитесь срочно на наш канал, чтобы каждое утро знать интересные истории из российского шоу-бизнеса. Спасибо вам за то, что вы с нами. Сегодня рано утром, дорогие наши зрители, известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем инстаграм-аккаунте вышла в прямой эфир и сделала ужасное сообщение для своих подписчиков. Дорогие мои друзья, любимые мои роднули, с сегодняшнего дня я пока временно покидаю телевидение, мне придется уехать за границу, у меня есть дела. Надеюсь, через месяц, через два я вернусь и мы снова с вами встретимся. Что же произошло с ней на самом деле, Лера Кудрявцева отказалась рассказывать. Но мы, как всегда, провели свое расследование, опросили ее близких родственников, а также лучших друзей. Оказывается, несколько дней назад у Леры Кудрявцевой обнаружили серьезное заболевание российские медики. Она напрочь отказалась проходить обследование в России и уехала за границу. Ждем подробности, друзья, от самой Леры Кудрявцевой.